Вот уж действительно не все то золото, что блестит. Это золото тягучее, ароматное и очень полезное для здоровья. В Иванове начала работу традиционная выставка-ярмарка «Медовый Спас». В этом году пчеловоды расположились около торгового комплекса на улице Куконковых. Цель, основной смысл этой ярмарки, значит, показать продукцию наших пчеловодов. Поэтому она здесь представлена достаточно широко. И я лично гарантирую качество меда, который здесь продается. Здесь нет китайских подделок, здесь нет ничего, что портит мед и портит репутацию пчеловодов. Холодная весна, дождливая первая половина лета. Пчеловоды уже всерьез опасались остаться без урожая. Но ситуацию спас август. Пчелы настолько не привыкли сидеть без дела, что за пару недель наверстали упущенное. И сбор все еще продолжается. Вердикт фермеров на сегодня таков. Урожай в 2017-м соберут не меньше, чем в прошлом году. У Сергея Жукова в Комсомольском районе две пасеки. Одна в лесу, и мед этот, соответственно, так и называют – лесной. Другая установлена в деревне Белихово. Мед оттуда – луговой. А еще на прилавке у фермера – соты, пыльца, перга. У нас очень хорошо берут восковые свечи. Вот одна нам клиентка рассказала, она их зажигает для того, чтобы лечить насморк. Закрывает окна, двери, зажигает свечку на ночь, и носики у детей начинают дышать, потому что эфирные масла воска выделяются, и аромат вот этот вот носики у детей дышит. Искусство маловарения освоил почти каждый пчеловод. Ароматный медовый брусочек на полочке в ванной. Лучше любой косметики класса люкс. Мы его делаем сами, варим, добавляем варь мыльную основу, добавляем облепиховое масло и, конечно же, мед. Оно очень полезно для кожи, и у нас многие его берут и нравится. Ярмарка будет работать до 20 августа с 10 до 16 часов. Время покупать мед. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.